Кто слушает? Старый.
Thank you.
Мы очень рады, что вы пришли. Можно сказать, что это первое выступление ансамбля Рафана после длительного молчания, если не считать наше выступление в усадьбе джаз несколько дней тому назад. Но в клубе первый раз. В клубе первый раз, и мы благодарны этому клубу чудесному за гостеприимство, и нам очень приятно быть здесь. Спасибо. Сидеть. Это ужасно.
Сейчас мы бы хотели вам сыграть произведение произведение, которое мы записали на пластинку в 2007 году. Это то, с чего все началось, и мы решили это вспомнить и сегодня играть. Thank you.
Thank you.
Forgive me, forgive me, I love you.
Thank you.
Нет, спать не будем. Мы решили, что спать не будем. Ой-о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 й
Thank you.
Песня. На самом краю земли стекла.
Спасибо, дорогие друзья. А теперь, если позволите, я бы хотел вам представить одного юного музыканта. Который сейчас исполнит произведение собственного сочинения. Он приехал к нам издалека, из вражеской Германии. Марк Юфа. Voice, my voice, my voice, my voice.
Так, ну что? А теперь дискотека. Поехали. Добрый вечер, Олимпийский! Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. У нас новый гость. Давай, я.
Калифорнии. Ребят, спасибо большое, что вы пришли на наш концерт сегодня. И в заключение мы вам сыграем песню, которую написала Александра Пахмусова. Александра Пахмутова, Зарсия, я должна эту песню спеть стоя. Итак. Всем нашим детям посвящается. Колыбель. You're the one, the only, pride.
За режиссерским пультом Андрей Важный. Спасибо большое, ребят. Свет выключайте тогда, будем танцевать. Thank you.
Надо гасить свет. Все, играем последний раз. Хит, последний хит сезона. Крайний, извините, да. Гасим свет. Отлично!
Спасибо, дорогие друзья. На сцене был ансамбль «Рок-н-ролл».